Всем-всем-всем привет, друзья! Такая вот у нас новость пуля. Пару часов назад команда Washington Capitals играла с Pittsburgh Penguins. Принимала у себя пингвинов дома. И для кого-то радостная новость, для кого-то огорчительная. Но Washington Capitals вылетел у нас из борьбы за Кубок Стэнли. Они проиграли пингвинам со счетом 2-0. И теперь у нас самый главный вопрос, приедут ли наши игроки Александр Овечкин и Кузнецов играть за нашу сборную. Конечно же, думаю, мы получим ответ на этот, наверное, самый главный вопрос сегодня, в ближайшем времени. Конечно, для Washington Capitals получился сезон очень напряженный. И, скорее всего, наверное, тренера, даже если будут рассматривать приход в команду Овечкина или Кузнецова, будут смотреть, есть ли у ребят силы, травмы, чтобы передохнуть, чтобы залечить свои травмы. Насколько сами игроки хотят или не хотят приехать, чтобы играть за сборную. Здесь, конечно же, у нас вопросов много. И я думаю, в самое ближайшее время на эту новость пулю мы узнаем с вами ответ. А сегодня сборная России играет со сборной Дании в 17:15 по московскому времени. Смотрим и болеем за нашу сборную, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.